растут. Так, всем добрый вечер. Продолжаем работу над планетой. Вот эту повышаем, насколько можем. Мы уже 99 уровень с помощью нее забили. Разобрали, что было с электричеством. Короче говоря, рад есть такая видеть. Фишка с орбиты. С вот видите, стороны, я и так все время вас у меня вижу. Произошла переориентация производства электроэнергии с одного вида топлива на другое. У меня в итоге все упало. Только я убрал, все вернулось на место. Теперь как, что вообще вот я развиваю, как я так понимаю. Я строю рядом стоящие, видите, две вот такие штуки. Орбитальные станции. И развиваю вот эти побочки. Эти я не делаю особо, да, мне как бы особо не нужны. Вот, при ориентации тоже не делаю, иначе тут у меня вообще все порушится. Как реально вообще, чтобы они все были сделаны, я слабо понимаю. Наверное, нужна вот эта штука, чтобы расширить станцию. Вот, то есть, я не знаю, расширить ли щит возможно или нет, но по идее вот эти все вот штучки можно сделать. И вот так вот меняя там по две, по три делать, да, вот станции. И их там играть ими. Вот такая вот фигня. Надо больше энергии, чем вы можете. А вот. Так, давайте сейчас быстренько энергию ебанем. Вот, сегодня крупно побомбили, это было прикольно. Да, вот, ну, блядь, кто знал. Я уже потом посмотрел, думаю, что произошло-то такое. Вот, оказывается, вот такая дичь была. Он переконвертировал планету и все. Спрос на ряд товаров. Так, ну что, поехали. Значит, смотрите, что сделали. Сейчас мы всех повысили тут, насколько возможно. Вот такие вот у нас уже высокие все здания. Вот здесь я добавил блок небольшой вот людей. Сбать, вы добавляете маленьких людей, соответственно, потом их делаете большими, потом еще большими, потом еще большими, да? Но надо понимать, что все равно все сделать инвесторами или там этими нельзя, вот такие здания. Нет. Конечно. Вот будут и внимание. Такие, и такие, и такие. Чтобы их как-то улучшить, вам надо еще больше простроить простые здания. Внимание. Неудовлетворен спрос на определенные товары. Так. А что мы сейчас сделаем? Здесь уже так не получится. Нам нужен сок. Да? Ну давайте сделаем дорогу. Вот так вот, да. Посмотрим, сколько мы сможем поставить. Много и не надо. На данный момент, да. Он довольно-таки. Ну, мы как здесь делать будем сейчас? Плотненько вот так вот друг другу. Вот так вот, да. Ну вот, видите, лимит достигнут, да. Давайте вот сюда перенесем, а это тоже сюда перенесем. О. Так, что теперь? Строим еще один. Давайте такого поставим. Шаттл прибыл по расписанию. Вот видите, вот, собственно, мы уже много чего достигли. 15. Смотрим. Минус 52. Где мы их высаживали? Мы их высаживали все здесь, насколько я помню. Да, вот, видите, у нас еще много, можно построить. То есть, думая заранее, мы все-таки... Так, на Абу, по большому счету, я же четко не считал, это понятное дело. Вот, ну, насколько это возможно было, так, приблизительно прикинул на планету. Вот, у нас получается такая вот батва. Давайте это тоже вводим в эксплуатацию. Дальше, эту херню строить можно, но, как показало, не нужно. Ну. Дальше, еда. Ну, здесь, конечно, максимально рассчитали, но не получили. Давайте посмотрим, нет ли у нас где-нибудь еды. Берем, смотрим, еда. Ну давайте все с эмбара подтверждаем. Новый маршрут логистики. Так.
Не, ну то ради трех мы делать не будем, конечно. Так, давайте жатву какую-нибудь свою одну поставим где-нибудь, да, чтобы она у нас была сама по себе. Где мы можем поставить? Это нигде. Ну как нигде? Вот здесь можно одну, наверное, жатву выставить. Давайте выставим одну жатву. И забейнем. Все. Ну, в принципе, более чем достаточно. Поехали дальше, смотрим, что не хватает. Так, 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 ух ты, винища не хватает. Смотрим, вино где у нас. Вот у нас вино. Что мы можем сделать? Сделать 4, сделать вот так, да. Дичь. Дебильная постройка, одна из дебильнейших построек, вот это вот. Четко мы ее и по размерам ничего не рассчитать. Давайте сейчас посмотрим, как мы можете считать по размерам, как будет заходить, не будет заходить, да, вот так вот. Так вот, да. Можете взять, попробовать смотреть вот так вот, да. Выполнены условия очередного достижения. Ну что ж, господа, скоро будет сотый левел. А как говорится, а что делать? Будем исходить из того, что можем. Так, поехали вино. Значит, B, U, ну, влево вот эту вот клавишу, это крутить. Да, B, U называется. Клавиша. Так, вино самовоспроизводящаяся вещь, как я понимаю, да, у нас. Ну, что тут у нас? Ну, давайте по максимуму попытаемся здесь, блядь, ну, выстроить из этого места сколько сможем. Во! Дичь, конечно, так, быстренько электрику даем. Ну что, еще 1000? Да, вот такой долгий, кропотливый процесс делания планет. Ну, конечно, делаем вот так. Но вот, приближаемся к миллиону жителей. Я думаю, это будет сотый левел. Сейчас посмотрим. Так, дальше поехали. Делаем, 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 делаем вино. Главное, чтобы вот вода у нас, блин, не пизданулась. Это будет жопа. Туда воду будем поставлять от других регионов. Это вот наши те дубильные острова. Вот так вот, да. Ну давайте поближе сюда снесем. Так, что у нас еще с свинцом там, блядь? Ох, ну почти. Ну вот, вроде вышли на плюс. Так, смотрим дальше. Вот теперь смотрите вот эту фишку. Все время вот она галимая, да, у нас. Видите, сколько много построили, не помогает. Это у нас будет здесь развиваться. Ну что ж, развиваем тогда здесь ее. Так, это довольно-таки мощное и сильное здание. А вот, да, еще раз строим. Вот, ну получается, у нас сейчас пока планеты самодостаточные. Дальше будем разбираться, как делать. Так, дальше поехали. Вот это у нас. Ну это у нас самая простенькая, это вообще голимая шляпа, блин. Тут строить не может, строить не попало. Она, блин, вообще самодостаточная и вот так вот спокойно строится. Вот тут, где хотите, там ее и строить. Проблем никаких не будет. Все, вот видите, 4. Все нормально. И говорит, это самое классное здание, где попал, и там и строй. Так, дальше у нас есть вопрос с этими омолаживателями. Смотрим, где они были. Объясню так, потому что вы когда делаете, у вас может быть, видите, одного омолаживателя нет по большому счету из-за того, что, блин, тут такая шляпа. Ну, давайте, что ж теперь. Немножечко неэффективно, но пускай так будет. Все. Вот это поаккуратнее, потому что она требует воду, и это мы нахер. Лишнее. Так, теперь самое главное. Бошки. 30 башок. Так, это у нас вот такое вот здание. Вот оно здесь, насколько я помню. Вот оно, да. Строим. Ну, вернее, достраиваем его.
уже, собственно, и сделали, да? Почему так делаю? Вдруг надо будет поставить немножечко этих... Как он называется-то? Сюда, допустим, можно будет лепить вот так вот, да? Логистические комплекса. Так, что еще? Ну, давайте ставим башку делать. Ставим ее вот так. Да, с бошкой особо увлекаться сейчас не будем. Но давайте ее, в принципе, полностью сюда сделаем, чтобы не было вопросов, что такое. А, ну да. Сразу идете сюда, покупаете у этого чувака без всяких проблем. Которая будет тебе бошки, хуёшки, у вас он миллионов дохера. Не паримся. Зачем Володя? Да, вот с электричеством, конечно, нас подкузмило так, что пиздец. Так, идем сюда. Так, ну, давайте косарь весь сюда. Видите, маршрут опять пошла фигня. Нейропеселители. Я уж не помню, у нас, по-моему, нет, наверное, глаз свободных таких вот, блядь. Так, да, подтверждаем. Маршал, отлично. Теперь биоусилители. Блядь, надо новый строить. Ладно, похуй. Убираем. Так, вперед. Так, смотрим, что у нас здесь. Блин. Строительство этих чипов. Что у нас? Вот, надо где-то были здесь чипы эти ебучие. Смотрим, где они были. Я уже не помню где, но они были. Так, смотрим здесь. А, вот еще, кстати, смотрите, одна. Ладно, запомним. Так, чипы, 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 чипы. Давайте здесь его поставим. Вот так более-менее нормально район забивает. Зашибись. Все. Сотый уровень. Итак, господа, сотый уровень. Мы его это сделали. По-моему, вверх у меня был 111 или 121, я уж точно не помню. Хорошо, едем дальше, смотрим, что там. Шахт не хватает, да? Каких шахт? Шахт по производству кремния. Да, базара ноль. Да, с этими технологиями сегодня, блин, забомбили жестко. Ну, ничего страшного. Так, все. Бошки есть, это есть, это есть, это все есть. Основные ножи. Так. Кто, блядь, студии этих поебот производит, а? Здесь не должно быть такой херни. Так, вот здесь у нас еще местечко есть, да? А где это производство-то? Я что-то не понял. Быть его здесь не должно. Там, видите, еще наверху мы можем строиться и развиваться, да? Нету. Ну и нахуй. Ох, блядь, откуда 109? А, вот у нас еще один, оказывается, островочек. Здесь еще можем кое-что построить. Ага, воды у нас более-менее хватит, да? Так, ну что? Мы не можем ничего грейдить. Вопрос, почему? Жизненные показатели удовлетворительны. Думаем, но я думаем, думаем. Долго оставаться в условиях нулевой гравитации. Чего-то не хватает. Ага, нейроимплантанты, биоусилители. Хорошо. Все знаем, значит, мои нейроимплантанты. Вот эта планета для глаз. Сколько надо? Не хватает. 6. Много строить не будем, соответственно. Да, то есть эта планета, по большому счету, видите, кубит вот эти процессоры делает. Да, квантовый компьютер и... Соответственно, глаза. Она на это ориентирована. Сама по себе планета, она и создана так. Поехали. Смотрим. Где-то вот на этом острове у нас было, да, основное производство этого барахла. Нет, кванты. Так. Угу. Так, да. Ну что, нам ничего не остается. Строим глаза.
маршрут неэффективен. Так. Причина – отсутствие товара. Ну, давайте их поставим здесь максимум глаза. Внимание, недостаточно рабочего. Да, можно. Так, вот мы видим, что у нас с людьми проблема возникла сразу же, да? Так. Так. Ну вот, собственно, делаем вот так. Делаем вот так. Так. На ваших предприятиях не хватает рабочей силы. Да, что-то. А теперь хватает, спорим? Ну, блин, не должно хватать. Ну как так-то? Я же вот сделал. Смотри, тетя. Так, здесь что, давай здесь двоих поставим. Ну, да, бывают в жизни такие вот повороты, блядь. Ну, ничего страшного, зато, видите, мы нашли, как выйти из ситуации. Да. Вот так вот приходится тут где-то поставить, там где-то поставить человеческое жилище, блядь. Видите? Сработало. Конечно, сработало, дура. Еще бы не сработало, блин. Сука она. Так, ладно, с глазами-то мы разобрались. У нас другую проблему. У нас тут с кубитами и квантовыми компьютерами теперь проблема, я так понимаю. Надеюсь, сейчас это проблема решит. Так, нам нужна вот эта херь. Вот она, по-моему, да? Нет, это не это. Так, а какая вот это? А вот это, по-моему, тонкая, да? Ага. Суку. Лимит. Так, смотрим, куда дальше. Можем мы куда-нибудь пойти, да? Можем ли мы пойти вот так вот далеко, 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 сука, не очень далеко, блядь. И не очень, блядь, успешно и долго. Так, ну давайте здесь хоть сделать. Так, так. Так, не будем пока превышать лимиты, блядь, всякие. Так, давайте здесь людей поставим. Так, да. Так, все. Вот этих здесь сделаем двоих. Они нормально так дадут жару нам. Так, здесь что? Здесь вообще просто берем вот так вот и делаем вот так вот херь. Внимание. Так, ставим здесь, соответственно, людей по мере необходимости. Так, дальше, соответственно, ставим здесь эту ботву. Вопрос решился. Все. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Хорошо сегодня? Да, у нас и тут не говори. Хорошо. Так, смотрим. Так, опять у нас проблема, блядь, с этим молибденом. Мать его так. Ну да, то есть видите, в принципе, за так вот жестко заточить машину не получилось. Так, молибден, да? Серьезных проблем у нас не осталось. Да как тебе сказать, у нас шах не осталось. Так что по поводу там каких-то проблем, ну ладно, интересно, это что-нибудь даст нам серьезно-то. Давайте мы сейчас посмотрим глаза. Блять, что-то мы перехуйней занялись. Так, секундочку, назад 6, когда надо, я тут хернул глаз. Так, давайте-ка немножко все переделаем. Мы немного что-то, да, ложанулись. Согласен. Сколько глаз-то? Ну да. Давайте так сделаем. Пока давайте лишнее уберем. Все-таки такая планета своеобразная. Лучше лишнее убрать. Все нормально, да?
Давайте. А здесь он сам подстроится, если был маршрут. Кстати, не надо, он не будет создавать новых маршрутов никаких. Вот, ничего этого не нужно, маршрут, да. Маршрут логистики. Так, теперь давайте лапки, лапок, лапок, лапок 10 надо, да? Рук 10. Ну хорошо, хорошо, сейчас сделаем. Дальше будем думать, что с этой электростанцией вообще делать. Так. Лапки, лапки, лапки. Так, у нас нужно миллионов. Нам надо сделать вот эту парашу. Раз, два, три. Лимит достигнут. Так, да. Ну, давайте еще один ставим. На маршруте. Так, чтобы мы не были обделены по электрике. Пока у нас... И что не хватает? Ее... Дичь-то какая, а? Прям вот трабло пиздец. Что такое? Хорошо, давай поставим здесь. Против. О, так, что тут у нас? А, да, тут без проблем. Так, хорошо. Ах, ну да, нам нужно таких штуки купить. Новости, да, покупайте, что не хватает. Только не выдайте нас. Вот у этих чуваков, не задумываясь, покупайте то, что вам нужно. Блять, купил нахуй. Ну ладно. Хуй с ним. Нам нужны лапки. Смотрим лапки, где у нас здесь есть. Вот лапки, да. Вот мы еще одну лапку построим, да. Нам там что-то лапок 6 надо было, да, по-моему. Или 10 лапок. А 10 лапок. Так, вот то есть мы видим штучку. Ну что сделаем вот так. Все, 7, да? 7, а нам надо 10. Берем еще сюда, ставим. Сука. Блядь. По. Как нет дороги? 9. Угу. Нормально. Так, что надо для лапок? А ничего не надо для лапок. Уходим отсюда. Так, смотрим. Луна, лапки отсюда, сюда. Годно. Все, пойди. Сейчас планету можно дальше развивать. Но сейчас давайте разовьем ее людей максимально, насколько возможно. И на этом с ней остановимся. Так, смотрим баланс. Ну, отлично. Полляма, полляма здесь. 200, 200. Ну, что, сейчас разовьем вот эту планету. Тоже будет до миллиона где-то. Ну, тяжело, но можно развить при желании, на самом деле. Поговорю, как говорится, потом мы просто будем смотреть. Так, ну вот мы, собственно, видим то, что хотели, да? Много чего можно развить, много чего можно развить, да? Ну, давайте здесь вроде как побережье, пускай смотрят там это. Так, что у нас здесь? Так, ага. Отлично. Так, что мы делаем? Идем к тому чуваку, быстренько покупаем то, что мы хотим. Так, чувак, давай, нам нужно вот эти штуки. Наметанный глаз. Да, конечно, наметанный. Ну что, повышаем давайте всех. Ух ты, 102-е, ребята. 102-й левел, охренеть. О, а что такое? Ох. Сейчас жопа будет полная. 103 уровень. Отлично, 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 отлично. Красава, 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 красава. Ну начинается, блин, нехватка этих дебильных, как их, стадионов. Ну ладно, на стадионы можно насрать, по большому счету, на погоду не играет. Так, идем к этому чуваку. Ух ты, 104-й. Да, блядь, просто красавец. Покупай, покупай. Так, что теперь? Мы еще можем кого-то повышать? Или возникли какие-то проблемы, которые не дают нам повышать?
Вопрос, какие проблемы? Я люблю тебя. Очень странно. Ну-ка, что показывает планета? Глаза, блядь, глаз не хватает. Эти глаза заебали. Так, но мы как бы больше не можем производить здесь глаза. По одной простой причине. Мы пришли к пределу шахт. Молибденов. И больше мы ничего делать не можем. Все, уходим с этой планеты. С точки зрения глаз она нам больше не помощник. Идем на другую планету. Итак, нам нужны глаза сюда. Да? 18. Биоусилитель. Это сразу нам даст возможность развиваться, на самом деле. Без учета внутренней херни. Так, ну что, у нас тут все хорошо. Прям вот так вот берем. Похер, дым, нормально. Так, ставим глаза. Тут что-то не хватает. Не понял. Чувак, продай нам что-то. О, привет. Что-то не хватает здесь, блядь. По рукам. Ты дичь какая-то, блядь. Зря все купил, ну ладно. Так, короче говоря, когда мы сейчас поставим все эти глаза, мы будем понимать следующее. Что мешает? Хорошее место, только холодно. Да, это все фигня, Герла, сейчас все сделаю. Так, здесь тоже идем так же, да? То есть никаких этих ухищрений, только секторальность. Если хотите красоты, то да, можно сделать красиво, но будет ли это функционально с точки зрения работы, не думаю. Вот, так, дальше, поехали, людей. Внимание, не удовлетворен спрос. Да я не спорю, так, давайте электроэнергию подадим на эту планету. Ну сколько, 1200 сейчас давайте сделаем, такого пути у нас на нету. На ваших предприятиях не хватает рабочей силы, производительность упала. Ууу, да ладно, блядь. Сука! Я же забыл, блядь, я же его не делал, ёбаный в рот. Так, что надо делать? Суперсплавы 25. Давай, пацан, суперсплавы. Раньше все это было связано с торговлей, да? В нашей... Черт, суперсплав надо производить. Так, подожди, подожди. Кто-нибудь может нам подать сюда суперсплавы? О! Подтвердить. Маршрут логистики задействован. Идем сюда. Начинаем улучшение космопорта. Нажимаем пробел и ждем. Тем надо больше энергии, чем вы можете обеспечить. Ничего не боюсь, девочка, сейчас все будет. Не беспокойтесь, все равно рано или поздно он вам подаст. Вы просто потом возьмете этот маршрут, удалите. Еще раз говорю, то есть когда вот такие вещи вы делаете, да, вот нажали на плюс и все, он сам пойдет. Не парьтесь даже на этот значок вот этот вот. Это он все пройдет, все будет нормально. Все хорошо, смотрите. Хоп. Поднимаем. Дальше, что нам нужно? Энергокамни. Так, все, смотрите, делаем сюда. Вот, этот маршрут берем и удаляем, да? Заходим. Смотрите, нам надо, чтобы было все хорошо, нам нужны вот эти вот, что, энергетические элементы. Выходим назад. Это у нас Луна. По-любому у нас, я помню, я сразу это делал, энергетические элементы, чтобы было какое-то там это вот сюда, сюда. Все, подтверждаем, входим. Маршрут логистики задействован. Сюда, вперед. Расширение. Ставим на плюс экспандер. И все, ждем. Сейчас он спокойно приведется в порядок.
На маршруте перебои в поставках товара. Расширение космопорта одобрено. Ну вот, собственно, мы его расширили, поставляем. То есть основное — это быстро-быстро сделать аэропорт. Все, идем. Дальше что? Правильно. Берем этот и уничтожаем маршрут. Свободен. Добавляем электрику сюда-сюда. Так, ну так мы сейчас будем работать. Я думаю, штуки две-то нам сюда потребуются, если глаза будем херачить. Хорошо. Надо иметь в виду этот вариант. Так, все. С электрикой мы разобрались, маршрут самым сложным, да? Теперь зарегистрирован. У нас людишечки, да? Хорошо, строим людишечек. Быстро-быстро-быстро-быстро строим людишек. Так, твою ты дивизию. Ну, понимаете, можно, да, вот это все парашу у него покупать здесь, конечно, сам да. Сам живи и давай другим. Отправлю да, на мы сейчас склад. У него все будем покупать, потому что ничего мы сейчас производить. Можно самому поставить эту ботву, она будет производить. На самом деле, действительно, это можно сделать. Сейчас проверим. Ага, строится, строится, отлично. Все, пошли. Вот и все. Сейчас будет решен вопрос с людьми. Далее мы делаем что? Шахту вот такую. Кобальтовую. Ну, как еще раз говорю, у людей у нас учет проблема, да? Да, вот это надо понимать, что все так просто не получится, как хочется на первый взгляд. Ну пускай, флот, давайте посмотрим, когда флот приходит. Все равно сейчас здесь тусуемся. Так, теперь нам нужна рыбка и охладитель. Берем рыбку. Рыбу, рыбу, рыбу. Да уйди ты нафиг отсюда. Так, быстренько. Рыба, жатвы, наверное, нет, поэтому проблемы такие. Так, что тут у нас? Ну, вот здесь вот как-то, знаете, вот хочется вот так вот, чтобы он по кругу шел, потому что это такое здание не особо важное, там не это, блин, чтобы он тут не делал квадраты, блядь, вот такие вот. Место не занимал. Чё нет дороги-то? Ебанат. Ой. Все. Плюс 14 рыбы. Людям это помогло? Нет, не помогло. Зато мы сейчас будем строить вот такую дрянь, которая дает тепло. То есть сначала вы строите человека. Флот прибывает. Так. Далее. Ставите рыбку. Вот. Вот. Что-то тут не хо... Блин. Так, это, конечно, такое, это когда вот у нас пути. Есть какие-то проблемы. Пути. Такое бывает. Иногда на планету нападают. Вот у друга, говорю, вот реально нападают на друга, вообще просто дичь, блин, его просто там крошат. У меня такого нету. Очень рад тебя видеть. Еще что-нибудь? Вот, так что вначале, конечно, когда сами играете, вам лучше завод такой построить. Вот оно называется, завод для этой дряни. А вот, поэтому... Так, вот. И сразу, соответственно, и башим. Блять. Бывает. Берем людей. Хорошо. Надо иметь в виду этот вариант. Конечно. Так, блин. Есть такие вот проблемы иногда, ребят, когда начинается развитие прямо вот так, с такого прямо производства. Вот. Поэтому дальше смотрим. У нас с кобальтом проблема, да? Это место зарезервировано для вас. Для меня? Конечно, для меня. Для кого же еще? Ты тупой, что ли? Кто еще захочет здесь что-то строить? Кроме меня, по-моему, никто здесь в этой халупе делать ничего не будет. Так, давайте тогда секторально, как я говорил, устроим вот так. К нему подход так вот сделаем. Все. Схуяли минус 15. Ах, ну да. И сюда вставляем.
Вот. Все, отлично. Теперь, значит, это под... у нас будет глаза и квантовыми компьютерами заниматься. Так, ей, соответственно, обязательно надо не забывать, если создали планетку, надо будет подавать туда что-нибудь. Вот, видите, это, короче, сюда надо подать... Отсюда сюда. Давайте штук 6. Вот так вот сверху пускай будет. Новый маршрут логистики. Вот. Видите, у нас началось что? Ёлки-палки, сюда нейроимплантанты надо делать. Ёба. Вот так вот, видите, развитие, развитием. Вот. Что сюда только? Ну, давайте так, сколько есть. Не будем превышать особо там на 4, на 5, на 3. Вот так превысим. Все. Новый достаточно. Смотрим, логистики. Квантовый компьютер у нас кого-нибудь есть. Либо сейчас придется на той планете их фигачить. Ну все, у нас ничего не остается выбора, как фигачить квантовые компьютеры. Вопрос. На какой планете мы сейчас будем это делать? Ну давайте на это делать. В принципе, по барабанам. Вот. Это если мы сделаем, нам даст что? Что нам это даст? Да. Поехали. Так, квантовые компьютеры, 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 компьютеры. Так, квантовые компьютеры. Так, 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 так. Это вот эта пара. Ага. Ой, у меня еще этой херни нету опять. Да шоп ты, блин. Люблю, когда у меня есть по рукам. Люблю, когда вот, блин, было бы все, а вот не было вот этого дерьма. Ладно, все, поехали. Не ругаемся. Так. Вот, поехали. Соответственно, мы делаем так, чтобы у нас максимально делал. У нас проблема вся в чем? Правильно, у нас нету, как вы заметили, ничего не происходит в связи с тем, что... Я вам скажу, что происходит в данном случае. Ну, это и понятно, у нас нету сырья. Да, соответственно, как бы у нас есть проблема. Компьютеры как бы есть, а производить их как бы нечем. Вот. Мы опять покупаем эту парашу. Так, ставим людишек. Чтобы у нас были люди. Да, вот здесь тоже быстренько подставим. 2, даже 3. Не забывайте это. Каждый этот людишка, это наше все. Так. Ну, в связи с тем, что такая херь происходит, давайте эту парашу-то поставим, блядь, где она здесь? Вот она. Короче, это завод такой, да? Он очень интересный. А вот, он сам по себе эту парашу производит. Вот, и ему нужен, соответственно. Просто мы так сделаем, чтобы. Ну, реально, конечно, там продвинутая, вот. Так, давайте мы сделаем вот эту линейную херню. Все. Да, вот здесь вот так вот. Так, да. Так, да. Так, да. Все. Ноль. Да? Есть проблем? Нет проблем. Вот у нас он теперь 21 эту дрянь будет производить теперь. Нам нужны вот эти штуки. Хорошо, не вопрос. Давайте посмотрим, люди будут ли замерзать, если их поставлю здесь. Вернее, вот так. Скорее всего, они будут замерзать. Я более чем уверен. Скажу даже почему. Я даже предполагаю, почему будут замерзать. Но да ладно. Так, давайте ставим сюда сектор, соответственно, да, сектор сюда. Вот. Это наша секторальная, так называемая, вид строительства. Да, видите, замерзает. Так, нам, соответственно, нужно что? И вот это, и вот это. Это у нас очень сильно обогревает, реально сильная вещь. Так, хорошо, покупаем эти херни у этого дуба. Люди часто говорят, чувака. Спасибо огромное. Да, что у нас? Нормально, пацан. Все, сейчас сделаем. Вот, он даст нам реально тут тему, да? Давайте вот так вот его будем строить. Он нам даст на двоих. Или на один, или на одного.
это надо смотреть. Так, давайте посмотрим сейчас, как будет. Потому что он... Нет. Будет холод, правильно? Правильно. Задержки в перевозках. Причина? Не хватает транспорта. Да, причина не в транспорте, дурачок. Ладно, поехали. Ставим здесь по максимуму, так как планета будет у нас с этим заниматься, да? Не забываем людишек. Сколько можем ставить. Так, покупаем. Шаттл прибыл по расписанию. Конечно, все прибыло по расписанию. Неплохо. Так, ставим. Так, да, нету топлива, это мы, конечно же, видим. Вопросов нет. Все, да. Так, здесь ведем дорогу. То есть вот это вот, тут вообще будет два этих конгломерата построены такие, да. Так, давайте здесь вдоль него ставим людей, да, реально мы видим, что люди работают, здесь мы видим, что люди, блядь, сука на. Так, ничего страшного, работаем дальше. Все, поставили, хорошо, отлично, вопросов нет, смотрим, что здесь. Ха-ха-ха, надо его расширять, да, надо, но ему дорога нужна. Мы не можем просто взять его так и расширить. Соответственно, как бы мы идем на некоторые жертвы здесь. А именно делаем вот так. Все равно себя окупит. И делаем вот такой вот хитрый ход конем. Все. То есть мы даем дорогу и как бы дальше людей продолжаем. Ну, вот как бы да, можно для красоты, конечно, сделать вот так. Типа вот такая вот дорога. Сделать типа вот так вот дорогу, да, там. Красиво. Дизайнерский. Мать твою. Строим рыбку. Все, понеслась. Ставим. Да, лимит достигнут. Въебываем людей. Быстро нажимаем здесь плюсик, не забываем. Почему людей? Чтобы у нас тут не было никаких вопросов с обслуживающим персоналом. Все. Давайте на этом мы пока людей закончим строить. Пока закончим, мы нам не надо. Вот здесь у нас есть место, мы сюда можем построить. Не вопрос. Теперь здесь мы ставим вот такую херь. И что мы делаем? Правильно? Мы начинаем делать наши очень модные вот эти вот процессоры. Берем, покупаем. Круто. Хорошо поторговали. Как ты зае... Так, то есть планетку мы готовим. Нам нужен дейтерий и этот. А это, соответственно, что это вот так. Блять. Сука, бывает, извиняюсь. Так. Ну да, далеко возить, далеко пердить. Вот так. Ну, собственно, и хорошо. Сейчас все будет у нас. Не будет у нас ничего. Так, хорошо, покупаем у чувака. Далее, тут что у нас? Тут где-то вот была вот эта вот фишечка. Мы можем тут что-нибудь построить еще? Так, это рыбка, рыба. Так, нам нужен день. Культурный обмен, новые идеи. Нам нужен... Раньше все это было... Вот, да. То есть, как бы у нас есть проблема, да, у нас. Да, то есть, как-то секторально старайтесь делать это дело. Все, вопросов нету, да? А, назад.
быстренько берем электрику отсюда сюда. И еще кусок оставляем. Вот так вот, да, подтверждаем. Вперед. Маршрут логистики задействован. Так, что у нас здесь? Все ли у нас появилось? Что не хватает? У нас есть брюлики, алмазы. Хорошо, назад. Алмазный шахт, я помню, делал до хрена. Во. Сколько тебе нужно? 5? Ну давай отсюда и сделаем тебе 10. Ну, тоже смысл херачить до хрена. Так, все, процесс пошел. Все делается. Так, у битого процессора 18. У нас проблема с рыбкой, да? Вот. Так, нам нужна рыбка. Соответственно, мы берем, сделаем рыбку. Конечно, для меня, для кого же еще? Вот это можно лапкой брать, вот так вот, типа, забирать себе. Это такой бонус от игры, блин. Так сказать, да? А, вот. Так, делаем ему дорогу. Все, вопросы с рыбой у нас решены. А у нас все вопросы 18. Так, а у нас минус 2. Так, сюда возвращаемся. Кто у нас делает? Ты делаешь кубиты, да, минус 2. Ну, ладно. Раз, два. Делаем плюс. Теперь давайте быстро построим людей там, где мы можем построить людей, чтобы они все-таки приносили деньги. Где это возможно? Максимальный прирост денег – это хорошо. Зима-то как разошла что-нибудь? Все, идем здесь. Развились. Все отлично. Что могли, то сделали. Сразу говорю. И ставим здесь вот такую херню, чтобы был доступ. Ну, собственно, все. Вполне неплохо. Вполне неплохо, господа. Мы сделали вот эту фишку, да? Так, что и дальше? Все, у нас все хорошо. Смотрим. Та-та-та-та-та. Так, все. 16 морт и кубитовых процессоров. Что этому идиоту надо? 19 квантовых, да? А ему нужно 19 квантовых. А мы, блин. Мы сейчас быстренько сделаем вот эту херь. У нас мало гостей. Сейчас сделаем доп-модуль. Чё, 21. Годно, смотрим. Так, это чё? Это вот этот вот, да? Вот так. Плюс 1 и плюс 2. Не паримся, здесь можно сделать. Мы можем себе здесь позволить играть на этой планете. Вот это туда-сюда. Все отлично, уходим отсюда. Пускай здесь все теперь растет. Так, делаем, значит, кубитовые процессоры, да? Все. Отсюда сюда. Так как сейчас будем развивать. Новый маршрут логистики. Так, антигравы и усилители. Смотрим, сколько у нас, блин, этих луна-антигравов. 0. Биоусилителей. 0. Хорошо, строим антигравы и биоусилители. Сколько нам нужно антигравов и биоусилителей? 11 на 3. О, вперед. С этой херней. Ну тут как бы все нормально. Развили, да, нам дали очки. Сейчас попробуем сделать две вот этих вот. Медицина по две станции. Три станции. Попробуем вот так вот сделать. Вот эту парашу. О, точно, радиус орбитального щита плюс 1. Ну наконец-то, бля. Так что посмотрим, может сейчас все сделаем. Чувствую, будет долгая, интересная игра, блядь, прохождение этой дряни. Я еще проекты не выполнил на планетах, вообще дичь. Но витамины мы сейчас все это быстренько поправим, херня все это. Так, 3 на 11, да? Лапки. Так. Маршрут неэффективен. Так, 2. Причина? 3 лапки, да? Смотрим. Бум-бум-бум-бум-бум.
Так, луна, лапы отсюда сюда. Вот, подтвердить. Все, есть вопросов нет. Смотрим, что здесь произошло, что не понравилось. Ага, шахта нужна. Конечно же, построим шахту для лапок. Строим. И не забываем ставить возле нее щит. Простецкого щита достаточно. И обязательно опять забираем лапкой пластинки. Так, все. А мы здесь выстроили все, что могли с этой херней. Смотрим дальше. Шаттл прибыл по расписанию. Нам нужны антигравы. Ну, антигравы сами по себе, как показала практика, довольно-таки крупная херь, блядь. Так, давайте посмотрим, нет ли у нас где-то антигравов, где я не знаю. А, вот есть антигравы у нас. Зачем? Мы их еще и до конца и не развили-то. Вот. Так. Маршрут неэффективен. Так. Причина. Так. Отсутствие товара. Видите, как можно антигравы-то много делать на самом деле? Давайте мы дадим возможность здесь развиваться, да? Я покажу, как. У нас здесь дороги же нет, правильно? Ничего страшного. Обходим. Мы сейчас просто здесь посмотрим, какой он лучше ставить. Вот этот, наверное, да? Он полностью все сделает. Да? Все. Плюс 35 граммов. Смотрим, что и произошло. Опа-на! Нам нужны вот эти вот штуки. Ага. Да, есть такая ботва. Согласен. Маршрут неэффективен. Согласен. Причина — отсутствие товара. Не выдавайте наше убежище. Да кому ты нахуй товар нужна, ваш? Дура, ебать тебя уж. Ой! Вот это я зря магнетитов купил. Блядь, этих магнетитов 10-9 тысяч. Сука, дурная привычка, блядь. Так, ставим трансбордер, ждем 160 тысяч. Или у нас там, подожди, или у нас все нормально. Сейчас, подожди, стоп. Да не, все нормально. Так, у нас вот этих вот, не, бля. Одно другому, как говорится, наяривает, и получается какая-то дичь в итоге. Так, ну что, у нас, по идее, должно быть место для шахты 100% где-то. И, допустим, даже вот так вот. Ну нет, зачем, давай не будем мельчить. Сделаем вот так. Так, что здесь у нас? Здесь у нас вот так. Маршрут неэффективен. Ну почему же неэффективен? Было бы желание, товара. Сделаем эффективно. Все, электрики у нас много, можем не париться особо. Далее. Так. Нам нужно вот это развиваем, нет? Поближе, соответственно, ставим, да? Плюс 3. Отлично. Лунное зерно, это все хорошо, но... А нет, шахты есть, смотри, я могу поставить лед и лунное зерно. Зачем это? Для орбитальной станции. Да и того, что есть, хватает вполне. Пускай жрут так. Не будем им, блядь, идти на поводу у нубов. Так, все. Мы сделали сколько надо, сколько надо достаточно. Так, нам нужны эти гребаные биоусилители, правильно? Смотрим, или мы там все сделали. А, нет, мы все сделали. А, антигравы. Все, вспомнил, да. Луна. Антиграф. Ну, конечно, не 30 сюда, да? Сверху дадим. Штуки 3. Новый маршрут логистики. Вот, будем думать. Так, остались одежды, но это внутриигровая демо. Так. Можно, конечно, так посмотреть. Давайте мы с имбар сюда передадим 20. Чтобы себя не засирать. Новый маршрут логистики. Да.
Это потом будем думать сейчас еще, как, что там сделать. Так. Опять эта гребаная умная одежда. И писяна, сука, раком. Вон сколько ее. Уже, блядь, сделано. Что, собственно, сделаем? А мы делаем определенную вещь. В ряде товаров. Да, да, да. Кто-то из всего понял, то да, мы делаем вот опять закрытие. Влезло и прекрасно, да? Все, вопросов нет. Ух, 105 уровень! Йоу! Так. А, ну это одежонка, это вся, это одежонка, это вообще херня. Где попало? Ставим, как я говорю. О, прям давайте здесь. Видите, как раз у нас местечко есть. Я сюда и поставим одежоночку. Чтоб потом дерьмо не искать. Сразу 4 ставим. Ох, еще не... О, хватило в ноль, смотрите, четко. Отлично, все, вопросов нет, твою-то мать. Инвесторы хотят бошки. Твою мать, эти бошки, бошки, бошки. Ну давайте, да, что делать, ставим бошку вот эту вот. Можно так соединить дорогу, базара 0. 15 бошек убираем вверх, добавляем 1500 электрики. Сами видите, она так отдельно здесь прямо идет. Ну, конечно, вы опускаете, делаете, ну, 1500 вот так, так. Маршрут логистики. Так, все отлично, сделано, сделано. Так, смотрим, смотрим, ага. Сначала разбираемся с вышеуровневыми товарами, потом занимаемся всякой мелочевкой. Так, вот оно, правильно? Нет. Так, это чё? А где такое здание есть? Давайте смотреть, искать. Да, прежде чем что-то ставить, ищите. Возможно, видите, уже пошло повышение. Вот он один такой есть, да? Значит, ставим его сюда. Плевать на него, делаем его полным. Маршрут неэффективен. Причина? Насрать, пускай будет, потому что сейчас будем повышать. Чего он нагнул? Призмы. Призмы были где-то здесь, правильно? Вот они. Хорошо, интересный такой момент с этими призмами. Хо, блять, одно это на всю планету хватило. Одно за. Вот бы все так здания работали, а? Ой, смотрите, какая-то херня на стадионами. Так, стоп, стоп, стоп. Блин, да. Ой, время даже показывает, смотрите. Have a nice day, have a nice day. Вау, клево, 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 красиво. Молодцы. Так, опять у нас Energy. Сдох, опять берем сюда. Быстрая энергия отсюда сюда. Оставляем еще раз 1500. Отлично, поехали вперед. Так, смотрим, что нагнулось опять. Алмазоны. Алмазоны. Похеру. Берем ближайшую трассу, ставим алмазы, бам-бам-бам-бам-бам. Все, вопросов нет. Так, дальше смотрим, что у нас проблема. What a problem. What a problem. My dear friend. What a problem. My gin. Блять, сука, не могу говорить. Еб пизду. Так, чипы, блять, ёптать. Так, чип. Чипозные, так сказать, у нас были здесь, да, все? Ну, давай хоть сюда, нет, ну он, блядь, большой очень чип, да? Ну, как бы, блядь.
можно вот так попробовать его сделать, блядь. Ладно, пускай, давайте так, не будем пока ничего делать. Столько, сколько надо, все. Теперь омолаживающие типа еб... Я знаю, что где-то одна была. Мы ее пропустили, вот она. Вот она, собственно. Может быть, столько и не надо, а то что, сильно там нагнуло? Да-да-да-да-да, давайте так вот. Чпок-чпок. Чпок. Во, все. Достаточно, не будем ебать мозги. Шаттл совершает стыковку. Ну, тут как бы да. Это у нас вот такие штуки здесь, да? Что тут у нас? А, он все выработан. А, все, мы не можем здесь ничего поставить. Сосите генералем. Генерали сосите. Хорошо, достаточно. Запомнили, где стоит. Чтобы вот эту хуйню тоже не нагибать слишком сильно. Так, все, планета готова. Ну что? Время зарабатывать бабло? Сколько не хватает этих, блядь, ебучих? Извиняюсь. Ой, минус 4. То есть одного достаточно, да? Ну, попробуем найти где-нибудь место для одного такого, блин, монстра. Это реально проблема. Не, ну на острове-то мы, конечно, на этом найдем, я думаю, для него место сейчас. Мне очень бы хотелось расходовать средства на него. Реально не хотелось бы на него место расходовать, скажу честно. Так, 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 чё, никак вообще тут нигде? Черт. О, ну давайте так хотя бы. Тоже вариант. О, мы их два поставим, нормально. Как раз выходит. Так. Так, делаем дальше. Добавляем электрику. О, смотрим. 1500 подтвердить вперед. Новый маршрут логистики. Отлично, создан маршрут. Жизнь прекрасна, интересно. Ну чё? Чё поднимаем здесь? Где поднимаем? Вот этот блок. Ну давайте этот блок. Чё не хватает? Смотрим, что можно еще поднять. А вот, наверное, мы пришли к такому тему, что мы не можем ничего, наверное, больше поднять здесь. У нас миллион людей. Все, мы вышли на миллион. Я помню, из этого уровня нам дали, по-моему, 104 или 103. Вот. Собственно, что произошло с планетой? Так. Это мы помним, где омолаживатели у нас стоят, да. Но мы по идее, что мы получили? Мы получили следующую вещь, которую должны были получить. Получили мы, собственно, что? Собственно, что? Ну, как сказать, произошло то, что и должно было произойти в том плане, что планета себя с точки зрения людей исчерпала. Это нормально, ничего страшного, бояться здесь не надо ничего, как бы что произошло, то произошло. Вот, людей больше строить, скорее всего, мы не сможем. Я более чем уверен, что так оно сейчас и будет. Вот, поэтому...
Я думаю, так оно и будет. То есть, смысл в чем? Мы физически предел достигли. Если я хочу еще людей построить, надо построить таких простых домов. Вот простых, такое чувство, потом таких, и, соответственно, вы поняли. Потом таких, ну а потом, соответственно, уже и таких. Вот. А, вот такая вот фигня произошла. Так, что это такое? Ну да, делаем по минимуму. Так, это у нас топ-менеджеров нет. Это у нас вот эти чуваки. Это жатва, это вот эта вот модель или что там. Деликатесная поебота. Все, поставили, заебись. Соки. Где-то мы помним, вот здесь вот экспериментировали, да? Ну да, желательно напомнить, где вы что делали на каждой планете. Ничего такого там сложного реально нет, конечно. Ну ладно, больше не будем ставить. Вина 4. Вино, как мы помним, мы мучили здесь. Значит, соответственно, ставим еще одну баклажку тоже здесь. Вина им, блядь, захотелось. Топ-менеджеры, блядь. Мадафака бичес. Да? Ну давай сделаем одну поебонушку. Прям так вот все жестко не было. Не в чуть-чуть было больше, чем надо венца. Вот. А собственно все. Да, все, планета сделана. Как-то вот так вот, да? Одна планета сделана. Ну прекрасно, прекрасно, прекрасно. Смотрим статистику. Но это не предел, можно больше, по-моему, даже сделать сейчас там людей. Ну, посмотрим, посмотрим. Это, говорю, это повод для развития. То есть они компенсируются. А эти надо, вот это надо развивать, потому что она еще не развита нихера. Здесь мы попали с глупо, пытаясь отсюда сделать вот этот вот гребаный штуку. И уничтожили планету. Так что так вот. Ладно, всем спасибо. До новых встреч. Впереди новой серии.